Популярность интеллектуальных игр в Мозыре давно уже не ставит под сомнением. Школьные состязания и барные квизы становятся настоящим полем сражения интеллектуалов разного возраста и социального статуса, которых объединяет безусловная любовь к сложным умственным задачам. Вот и традиционный городской турнир среди работающей молодежи «Золотая сова» каждым разом собирает все большее количество участников. Сегодня мы подводим итоги нашего интеллектуального года нашим прекрасным турниром «Золотая сова», который проходит уже второй раз в этом году. Когда-то мы начинали с 7 команд, сегодня это замечательное заведение, наш развлекательный центр «Спутник» уместил сюда практически 150 человек. Качественным и количественным составом участников городского турнира доволен и его бессменный идейный вдохновитель и ведущий Ростислав Минеевич. Как никогда много, 25 команд. 25 команд. Не только в этом году мы отошли от формата, что только предприятия и организации. Приблизительно поровну у нас половина команд от предприятий и организаций, а половина команд – это просто те люди, которые у нас играют в викторине «Джек-квиз» городской. Они просто объединились в команды и решили посмотреть, кто из них круче в игре, что, где, когда. В зале как опытные игроки, призеры подобных соревнований различного уровня, так и те, кто делает первые шаги на интеллектуальном поприще. Наша команда иногда выигрывала первенство ДКНПЗ. Иногда выезжали, тоже занимали призовые места, например, в Жлобине. Наша команда заняла второе место. Это уже многолетний коллектив, в который мы давно играем. И он практически не меняется. Людей из Каринковича, из Мозыря, разных профессий, разных возрастов, от 16 лет до 55, грубо говоря, у нас представлено, так сказать, возраст. И дружим, общаемся, что-то занимаем, какие-то игры выигрываем, какие-то не получается, ну, то есть по-разному. И если для одних непременно важен результат, другие идут за новыми знаниями и ощущениями. Конечно же, всего знать невозможно, но приходя на эти квизы, узнаешь что-то новое, соответственно, понимаешь, в чем надо себя совершенствовать. Ну, и вот с такой целью и прихожу. Результаты в этом году подводили дважды. В отдельном зачете между командами, представителями предприятий и организаций, победу праздновала сборная завода управления Мозырского НПЗ. На втором месте представители кинотеатра «Мир». Третье уверенно заняли юные гимназисты. В общем итоге тройку лидеров замкнула сборная «Хитрый план». Вторая – команда «Мозырь пиво». Обладателями «Золотой совы» стала сборная под названием «Собака Павлова». Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. Телеканал «Мозырь».